Я бы написал письмо, ситуация людям, которым я, ну, стараюсь как-то помочь. С Божьей помощью, конечно, это все. Там ситуация, что человек, физические состояния подобное вот, как у вас все-таки, и проблема в том, что он говорить не может, то есть там общения, ну, как бы обратной связи почти никакой нет. Вот. И бывают у него проблемы, ну, со здоровьем, то есть с желудком, с почками, то есть по сути своей мне бы, маме хотелось бы вот объяснить, может быть, какие-то вещи, потому что она пытается его покормить, как она говорит, чем-то вкусненьким. То есть то, там красную икру она купила, вот покормить, то есть со своих, ну, небольших денег совсем, но ей хочется вот сделать что-то ребенку своему, конечно, ну, приятное. Вот. А скорее всего, что пища эта насыщенная очень, конечно, белком и всем, ну, не полезная, конечно. Вот, может быть, у вас есть какая-то диета, которая сложилась за какое-то время, вот, вот именно вашей болезни. Ну, не болезни, состояние ваше, наверное, вот так. Он головой-то соображает. Мозг у него работает в очень малой степени, скорее всего, потому что реакция у него идет на какие стимулы. То есть, вот, допустим, я фотографировал их, ну, чтобы показать, когда они с чиновниками, мама там решает какие-то вопросы, чтобы хотя бы фотографию показать. Вот он улыбается, допустим, на фотографию. Показываю ему фотографию, вот он улыбается. А это у него проблема абсолютно не из-за питания, это из-за лежания. Человек создан прямоходящим Богом. Вот. А если он лежит постоянно, то все органы, конечно, они у него. Я по себе знаю, что они хоть какую-то диету, хоть посты, хоть чего соблюдая, органы не будут работать нормально. Уже в нормальном положении и без движения находятся. И все, кровь, там она кровь как болото стоит на месте. Вот. Да и принцип-то, а зачем все это нужно? Ну, как? Зачем ему? Пусть как сколько Господь даст, столько и проживет. А сколько он? Ну, 13 лет уже так, в таком состоянии. Ну, это большой рекорд. В таком состоянии, ну, 7 лет максимум в основном живут. Ну, ему вообще никто не давал никакого времени, по большому счету. После аварии там нарушения передней доли мозга были разрушены достаточно сильные. То есть врач сказал, как бы, что... Вот. И то, что у него восстановилось даже мышление, то есть, когда я только узнал эту всю историю, это вот совсем недавно было, то есть, я вообще боялся, что он вообще ничего не может, ну, не чувствовать, не соображать. Но когда я увидел, что хоть какие-то движения... На самом деле, я пытаюсь, конечно, в большей степени помочь маме. Помочь можно только единственным, чем помочь, материально. Вот меня спрашивали раньше, сейчас спрашивают, вот к инвалидам, когда обращаются, чем тебе помочь, такие вопросы, чем тебе помочь? Понимаете? А отвечать даже и не хочется. Человек, когда хочет помочь, он молча просто дает денег и все. Помогать больше нечем инвалиду. Вот. Или же прийти в квартире, уборку навести, ну, спросить, вот, чего тебе тут поклеить или покрасить. Или... Вот чем можно помогать. А это все, вот представьте, он лежит, он испытывает какие страдания. Это для него минимальная какая-то в этой жизни радость покушать вкусно. Я не отнимаю ни в коем разе. Не надо, пусть... Нет, я говорю, вы хотите предложить. Я говорю то, что не надо ничего, пусть если есть какие-то радости, он испытывает от жизни, то пусть она дает ему, даже во вред здоровья пускай. Не надо ничего. А диеты, это от них проку не будет. Единственное, то, что могу сказать, вот я, у меня самого с этим проблема. Воды пусть она побольше поет его. То есть, чем больше будет почки гонять воду, тем у него проблем меньше будет. Дело даже не в том, что ограничение. Ему, когда больно, то есть, это все видно. То есть, естественно, что мама мучается после этого. Она переживает, думает. Поэтому я думал, в этом вопросе обратиться к вам, как бы вы это знаете все. Ну, своей жизнью вы проходите это. Я все это прошел, и с врачами у меня были разговоры, с профессорами, там и московские, и эти самые израильские. 2 года назад доктор один приезжал из Барнаула. Вот он на саммит в Москву приезжал, и ко мне попутно заехал. И там тоже женщина одна была на этом съезде, тоже какая-то профессор она.
Вот. И он приезжал, чтобы кровь у меня взять и отвезти ей, показать там на обследование. Она говорит, не лезьте, не трогайте его. Он лежит, у него там все, организм, уже ему Бог все настолько там сделал, все как надо. Вот. И что-то менять, там исправлять, это подобно смерти. Единственный вот массаж можно делать. Массаж, да, как раз я и тоже как бы сказал, что больше именно руками, пальцами заниматься, то есть попробовать, может быть. Она делает ему массаж постоянно, потому что именно ее заботой, ее любовью-то он и живет на самом деле. Ну, конечно, если 13 лет живет, то, конечно, это заслуга матери. Это ее заслуга. Все делает сама, она живет вместе с ним, там маленькая палата в больнице. Она Они вот живет. лежат в больнице сейчас, да? Ну, больница у нас сельская, да. Да, Вот. И как в так селе. получилось, что вот он лежит в ней все это время. Вот сейчас коляску ему получили, то есть я тоже помог в получении, чтобы уже там его гулять, катать. А он и сажать можно его? Его можно сажать, да. А вы ведь как я. Я вообще лежачий, прикованный к постели. Я на спине только лежу, ни на бок, никуда, ни на живот не поворачиваюсь, только на спине исключительно. Его просто иногда она пытается, то есть его в больницу возили, там как бы перевозили, там была пневмония, там когда также на коляску его ну, вытаскивали. То есть как вот его сейчас шевелить на самом деле, ну она говорит, я его сажала, катала. То есть я тут, конечно, помогу, если что, с этим, там с прогулками, Не, там что-то. я понял, что у него, если голова, то у него гораздо проще. У меня мозг порван, шейный отдел, у меня боли в теле невыносимые просто. Я лежу, а терпеть эти боли невозможно. А при головной травме там в теле нет боли. Так что не все так плохо у него. Дай Бог, дай Бог. Все там нормально, не надо ничего, пусть они живут, они сами справятся. Если есть возможность деньгами, дайте денег, и все. И что там еще? Я стараюсь так вот именно помочь, то есть материально пусть не так много, то есть там как бы пока говорят, что хватает, то есть мама говорит, что хватает, ну естественно, что Да ну что там хватает? Там только на одни лекарства пенсии уходит. да. Это понятно, по-моему, травма это первый год. Если есть возможность вытащить что-то сделать, то первый год в основном все делается. Сейчас сложно что-то уже. Даже не год, а там буквально на дни идут. С мозгом вообще не то, что на дни, а на часы. Вот со спины мозгом работать можно там в течение полутора суток. Вот, потом все, уже никакое вмешательство ничего не поможет. Ну, с головой чуть подольше, там несколько дней. Ну, там ситуация была, он пролежал несколько часов, его не вытаскивали, это авария была, не вытаскивали с машины, то, ну там все так сложно было. На самом деле, конечно, то, что он выжил, это чудо. Для чего, это уже, наверное, только Господь знает. Понятное дело, для чего? Для людей. Господь, когда вот такая дебилость в народе появляется, появляется больше умственно отсталых детей, много инвалидов появляется, чтобы народ сердца свои размягчал, чтобы мог Да. оказывать какие-то содействия. Только для этого. Да. Я тоже, когда первый раз зашел туда, мне страшно было. Я месяц не мог даже в больницу прийти, как бы узнав, что есть. Вот прихожанин такой, что мне не по себе было. Увидел, когда он говорить не может, у него это в горле стоит, не помню, как называется. Трубочка, когда стоит. Конечно, все было страшно. Сейчас вроде уже нормально, уже приезжаю, он с детьми приезжал. Вот, радио Вера им там привез, настроил, потому что мама, как бы, она и Псалтырь в свое время много читала. И ну, вот стала потихонечку уставать от всего, охладевать. Ну, тут все сложно на самом деле, все сложно. У каждого свой путь. Ну, стараюсь помочь, чем могу. Здесь только так. Я просто знаю проблему изнутри. Аж смешно становится. Ну, часто я никогда не нуждался, не просил. Первый год операции, в принципе, ну так обнадежили меня там, что можно операцию сделать, а это так все. Может, денег хотели
Ну и я, в принципе, денег не собрал, там нужно было много. И я сайт сделал, на сайте объявление там выставил, что деньги нужны на операцию. Вот. А так, чтобы я все время поражался этому вопросу, это удивительно, когда люди спрашивают, чем тебе помочь. Почему страшно-то? Но если его задают много людей, это ведь... Если они даже не могут... Его задают где-то 95% задают людей. Вот она живет, допустим, или он в другой стране, в другом городе. Чем ты мне сможешь помочь из другого города? Купить иконы, например. Купить иконы, поставить у себя, помолиться, материально помочь вам. Ну, я, естественно, отвечаю... Я не нуждаюсь в помощи, и все, и человек, как правило, отстает. Ну, потребность-то есть у человека. Если многие это, говорят, что есть... Это такой вот тщеславный, вот это вот все. Себя может утешит, быть. Я вот такой хороший, вот так вот я... А он уже, понимаете, он берет уже себе подсознание, он откладывает, что он уже вроде помог. Как сделал, вот задал такой вопрос, уже этим он проявился, понимаете, перед Богом. А ничего... А оно проявление, Господь говорит, дело, сделанное в тайне, откроется перед Богом. То есть все вот эти пожертвования только в тайне нужно проводить. А то, что мы делаем там, кому-то еще расскажем, все это тщеславие, все это нам во вред идет. Ну, если мы осознаем, что тщеславие, уже хоть что-то остается, хотя в следующий раз будем стараться в тайне делать. Ну, я не знаю, совсем так жестко подходить. Только жестко. Вот есть законы Божии, и все. Они написаны в Евангелии. Кто, Господь сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. То есть, если это ты любишь Бога, сделай так, как написано. Если ты что-то свое там придумаешь, все, ты не любишь Бога. Потому что выход есть из положения, выход спасения только один. Это исполнить слова Господа. Тогда. Другого выхода нет. Пожестче надо к себе, иначе никак. Мы все ищем помягче, повкуснее, посытнее, а так не спасаются. Написано, что путь он тернист, узок путь и тесные врата. Сергей, ну мы даже в молитве просим, не веди нас в искушение, хотя искушениями только и очищаемся ведь. Ну, мы даже в молитве просим, не веди на свое искушение. Ну, человек-то ведь, ну, слабый он. Он уже грешный весь, насквозь, по своему рождению. Это уже подход. Я хочу спастись. Я первые годы говорил Господу: Господи, испытай меня, я сделаю все, что нужно. Сделай так, чтобы я спасся, чтобы я очистился только, Господи, я так хочу спасения. Вот. А что ж себе послабление? Послабление себе... Я знаю одного человека, вот он настолько себя ограничивает. Вот стул даже, даешь ему со спинкой стул, он разворачивает его половину, вот так вот, садится, чтобы на спинку не опираться. Вот во всем он тело, вот, ну, как святые жили, как монахи вот поступали именно над плоти, над своей. Вот так вот. Ну, это же прелесть, если он это не в тишине делает, а на виду, это прелесть. Это как вериги, ну, если человек их показывает, вериги, то это не вериги. Это православное тупоумие, которое вот сегодня использует это слово «прелесть». Это слово совершенно к другим местам относится. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести. А он, может... так живет. Он уже не замечает за собой этого. То есть это он делает не на показ, а так, как делает. Он так делает всегда. То есть это только вы видите, что он так садится? Тогда да. А про прелесть, да, я могу многого не знать. И... Лубковое православие надо оставлять. О прелести Игнатий Брянчанинов говорил. Но... Кто я? Я прослушал. Игнатий Брянчанинов, читаю. Мало что остается, конечно, в голове, но читаю и стараюсь жить все-таки как. А вот видите, вот этот ответ, я стараюсь. Ты постишься, допустим, человек спрашивает, я стараюсь. А нету, стараюсь, середины не бывает. Господь сказал апостолу,
Ой, если бы ты был холоден или горяч, то и Господь знал бы, что с ним делать. Но как ты тепл, извергну тебя из уст твоих. Кто такой теплый? Это тот, кто старается. Есть холодные, которые не делают, а есть горячие, которые делают. А есть, которые стараются, это между. Такие люди, они названы блевотинами в Евангелии. То есть Господь так и называет блевотины их. Может быть. Может быть. Ну, он про псов говорит, в общем-то, что вернуться на свою блевотину. Он не про псов говорит, это апостолу Иоанну. Известную из уст своих. Это он апостолу Иоанну так говорил. Вот конкретно ему в лицо говорил апостол Иоанн. А про псов это про грехи он говорил, когда пес возвращается на свою блевотину. То есть это человек, который, ну, некто, это согрешающий, потом кающийся, и потом опять идущий и совершающий грех. Это он вот про таких людей говорит. Я к чему это говорю? Просто мы хотим жить, да, в России, в нашей дорогой. А нам надо меняться. Нам надо другими становиться. Нам надо становиться людьми, которые были раньше, 100-200 лет назад. Люди, которые каялись, которые молились. Вот. А сегодня называться номинально православным. Я хожу причащаюсь. Ты православный? Православный. Я крещенный, причащаюсь. А толку чего? Толк. Толку нет. Народ не меняется. Тут точно так же грешат все. Абсолютно. Тут по названию. А Россию что, потеряем ее скоро? Россия, Россия. И тут спастись — это более важный вопрос. И Россию жалко. Это понятно. Ну, спастись-то. У кого-то дети, внуки есть. Мы же не это самое. Нам-то оставили наши родители, правильно, страну. Вот. Ну и мы должны тоже это сделать. А чё ж, мы же вот последние два поколения, мы ее угробили. Да и какую страну, весь мир разрушили буквально за какие-то 40 там лет. За какие-то полвека весь мир угробили. Причем чем угробили-то? Развратились. Как умы, так и природы все развратили. Вот начинать с чего? Надо, кажется, ну, дядька какой-то придет, да, сейчас все исправит. А кто придет? Если я себя, вот сегодня я встал утром, если я не начну исправлять ситуацию, во-первых, из себя, с окружающих. Как иначе? Да только себя начать, хотя бы. Нет, я имею в виду окружающих. Мы других изменить не сможем, но только себя можем. Зачем нам изменять? Я имею в виду помогать окружающим. Помогать? Измени мозг, свое направление действий изменяешь, свое ведешь, делаешь. Выходишь на улицу, вот она, лавочка сломана, бах-бах-бах, сколотил ее, раз поставил на месте, собрал фантики, подмел вокруг. Тут идет мальчишка с соплями, раз сопли ему подтер, все. Вот этим заниматься, вот этим всем можно каждому заниматься. Так мы и спасем, и душу свою, и страну спасем. Двух зайцев сразу убьем. Сергей, я так и стараюсь, хоть это слово и да я назвал, не, что я это не конкретно к вам, я вообще... Вы думаете, что я вас обличаю? Ну, конечно, не так. Марат, я не вас обличаю, я вообще говорю то, что я просто со всеми приходящими стараюсь как-то проповедь какую-то сказать все-таки, потому правильно, что от Господа. Я же не конкретно вам говорю, а вообще я говорю, я и к себе это отношу, потому что раз мало делаю тоже для Господа. Вы делаете то, что говорите, то, что живете, пишете иконы. Сто лет не нужны никому иконы эти. Это деревяшки. Почему? Зачем они нужны, иконы? Не, ну деревяшки деревяшками, а есть же что-то более высокое. Мы тоже куски мяса, ну и что? С одной стороны, ну это для кого-то кусок мяса. Как... Надо вот это православие оставлять его. Святые иконы там, все почему? Такое. Ну, потому почему? Что, потому что народ одебилил, язычники все, язычество. От доски от какой-то... Не все. Все, ну я-то знаю, у меня тысячи заказов.
около 5000 заказов за 7 лет. Все 99% заказывают для того, чтобы помолиться доске. Я все это бросил, оставил. Ну, почему же доске-то? Потому что язычники не Бога верят, да? А в доски, в тряпочки верят, в маслице какое-то верят. Господь, как сказал, я есть дух, и ищу поклоняющихся в духе и истине. То есть мы должны духовно, духу Божьему духовно поклоняться, а не искать вот через какие-то доски там, я не знаю. Ничего плохого в иконах я не вижу. Я раз сказал, что плохо. У меня все стены завешены иконами. Отношения, я видел фотографии. Отношение должно быть нормальное. А почему у вас такое отношение, Сергей? Какое? Ну, вы я называете за людей, иконы, я за людей переживаю. Вы... Я не иконы за людей называю. Не надо переживать. Вы только за себя можете сказать. Как вы за людей можете переживать? Почему вы думаете, что они относятся к иконам как к деревяшкам? Может быть, есть такие люди, я не знаю, всякие бывают люди. Я иконы очень люблю, я почитаю образы. Иконы, да, я люблю, потому что они материальные, я их, да, что-то мне нравится, что-то не нравится. А есть образы, которым я молюсь, и какие-то моменты, это не всегда. Я чувствую что-то не, ну, более... Не, ну, вы зачем на свой-то адрес, вы зачем все берете? Ну, я такой, наверное, человек, не знаю почему. Я-то не о вас говорю, а о том, что в течение 7 лет я увидел. Вот мне женщина после, которой вообще у меня разрыв был полный, я уже думаю, мне Господь накажет таким людям иконы-то делать. Одна женщина мне пишет, сделайте мне икону такую, у меня у кота рак, будем молиться. Понимаете, для кота икону сделать. Вы на них не обижайтесь, потому что, ну что ж... Да зачем мне на них обижаться? Я хочу душу спасти свою. Я получаюсь посредником, то есть я изготовляю ей, а ей это идет во грех. Она-то под грех попадает. А я становлюсь соучастником. А Слово Божие как говорит? Горе тому, от кого соблазн приходит. То есть получается, я соблазняю ее. Я к чему это говорю? То, что живую надо веру искать нам, особенно вот русским людям, живая вера нужна. Сергей, смотрите, вот сейчас вы и я, да, вот мы с вами, как бы, ну, два человека, наверное, да, которые вот, вообще, может быть, рядом с вами кто-то еще есть, вот со мной рядом вроде никого нет. То есть мы о Боге говорим, Господь с нами, как написано в Писании. Про других людей я ничего не знаю. Что они думают, что они чувствуют, что они хотят. Я могу знать только о себе и могу только слышать ваши слова и надеяться на то, что я их слышу. Правильно то, что вы хотите сказать. Все. И я могу внутри только чувствовать. Я делюсь своей болью. У меня, во-первых, сайт есть очень известный в стране. У меня есть канал тоже известный в стране, очень много. Я делюсь болью. Я делюсь болью, которая у меня на сердце. Понимаете? Я хочу... поделиться тем, что нужно сегодня исправлять, чтобы больше людей спасти. Я предлагаю вам действовать. А в чем нужно действовать? Я показываю вам пути для дальнейшей деятельности. Что нужно, где исправлять? Серафим Саровский, вот, он же предсказывал события, ну, постреволюционные, там, когда священников гоняли в ГУЛАГи и убивали массово. Он же молился к Богу о том, чтобы Господь помиловал священство. А Господь ему ответил, молитву не помилую, потому что вымыслами своими исказили слово мое. То есть вымыслами. А живут чем сегодня православные? Живут сегодня одними баснями, бабьями. Вот. Описание Евангелия никто не хочет читать. Слово Божие не исследует. Почему же? Много людей читают. Я читаю, например, и я уверен, что вы читаете. А что вы читали последний раз? Последний раз, то, что сегодня с Евангелия читал. Луки, не вспомню главу какую, сейчас принесу, расскажу. Ну, вот у меня вот Новый Завет такой вот. Не видно ничего. Каждый день читаю.
Ну, и что, какую главу читали? Сейчас скажу. Читал. То есть 20 глава читал. Это у меня вчера было. Сегодня 21. Ну аж где? Я конкретно спрашиваю, что написано там было. Вы мне про это не читайте, а про цитируйте, что там было. Про виноградник. Ну и смысл, что там, смысл-то какой? Вот он осадил виноградник, господин, и оставил его виноградарем. Потом послал слугу своего, чтоб тот плод взял, часть определенную, причитающуюся. Те побили его и выгнали. Другого послал, другого побили, выгнали. Сына послал, сына убили. Так, ну и о чем это написано? По сути написано то, что в Ветхом Завете приходили пророки, и кого пилой перепилили, кого утопили, кого так замучили, забили. И Господь наш пришел, Иисус Христос, а его убили. Вот об этом он говорил. Я рад слушать такое. Что-что? Я говорю, я рад слышать от вас такое. Почему? Или это неправильно? Нет, почему правильно? Все правильно. Просто радуешься, когда люди действительно Слово Божие читают и любят. Сергей, очень мало что ложится вовнутрь. Я читаю вот 2 года. И каждый раз, как новую книгу, я никогда бы так не подумал, что это возможно. То есть, имея 2 образования высших, и как бы достаточно долгую жизнь я прожил, к Богу я недавно пришел. Вернее, Он меня пустил к себе. Он всегда ждал, а я как-то все скакал, где не надо. Вот. И для меня удивительно, вот я вот специально делаю вот выписки, у меня достаточно много уже тетради и выписки святых отцов из Евангелия. И каждый раз я удивляюсь, то есть даже притчи, которые, в общем-то, я уже многократно и читал, и в храме слышал. Раз, и я вдруг нахожу что-то новое. Ну как нахожу? Я вдруг читаю, и я понимаю, что я этого даже не видел. Слово Божие живо и действенно. Нам и 3 жизней не хватит, чтобы до конца исследовать Писание. Оно всегда будет новым открываться. Главное исследовать его постоянно. Я читал об этом, но я никогда бы не поверил бы раньше, то есть, что это возможно, что такой небольшой объем, на первый взгляд, текста и глубина неизмеримая. То есть я то, что с друзьями своими, близкими говорю, с братьями, сестрами по вере, то есть это удивительно, потому что они то же самое говорят. Вот это надо всем. Вот об этом надо идти и говорить, и не умолкать вообще. И говорить, если есть хоть малейший, 2 слова связать можешь, надо проповедовать. Надо Господа и Евангелие, Слово Божие проповедовать. Вот когда в него влюбляешься, и вот это людям еще несешь. Это целая жизнь. Я вот сегодня другой жизни не вижу. Только это жизнь, это единственная жизнь на этой земле. А потому что кроме слова у нас больше нет ничего. Люди вот смотрят, там передачки делают, там, я не знаю, познают какого-то Бога неведомого. А у нас вот оно, Слово Божие в Евангелии. Одно из удивительных осознаний моих было в самом начале, что на самом деле ни одного слова не добавишь, ни одного слова не выкинешь. Если повторяется 3 слово, то нужно на него с такой силой обратить внимание и прочувствовать. Если говорится о человеке и родственниках его, то нужно смотреть, то есть вопрос уже не только об одном человеке, уже о семье его, о роде его. Ну, у меня мало умения говорить, наверное. Вот, то есть, а то, что внутри передать, я думаю, вы чувствуете. Апостолы, когда
подошли ко Христу, и они говорят, мы не знаем, что говорить-то. Ну, люди, рыбаки там простые, допустим. Вот. А он говорит, вы идите и не думайте, о чем вам говорить. Дух Божий будет через вас вещать. Так и нам нужно не задуматься. Иной раз какой-нибудь, так, надо это сказать, надо это, надо это. Господи, ну, интересно жить. Он иногда такие сюрпризы устраивает. Да, да. То, что говорить, если хотите, я скажу. Сергей, на вы или на ты все-таки, как вам? Да можно на ты что-то. Если можно на ты, буду на ты. На днях читал, ГАЗ был такой доктор, который каторжанином как бы помогал в свое время. Он был в Москве, в то же время как святитель Филарет. То есть получается середина 19 века, начало 19-го, середина 19 века, доктор Гаас. Вот. Он, в общем-то, был, получается, так, насколько помню, католиком. Или лютеранином даже. Вот. И человек жил очень... Ну, вы знаете его биографию, историю? Я слышал о нем или смотрел, не помню. Вот. То есть он очень много сделал для бедных людей, первые лечебницы, одни из тех лечебниц, может быть, вот такого типа были построены, которые не при монастырях, может быть, где-то были, а ну, такой человек очень подвижник, очень христианский, очень добрый. То есть его заслуга была то, что он кандалы эти, ну, снял с каторжанинов, вот то, что переходные вот эти были все этапы их. Заступался за многих людей, кто уже старые были, осужденные. И святитель Филарет как-то сказал вот так вот, что раз они осуждены, вот эти каторжники, то есть как бы ну, не бывает, что без вины осудили. Вот. И этот доктор Гаас помнил, сразу же ответил, говорит, ну а как же был Иисус Христос? И святитель Филарет, то есть вот он, насколько его очень люблю, уважаю, он сказал, да, он попросил сразу же прощения, то есть, это, говорит, он говорит, вы забыли, говорит, про Иисуса Христа, это, говорит, не я забыл, это, говорит, Господь меня, говорит, в этот момент забыл. То есть, человек сам от себя ничего, на самом деле, сказать толково не может. Не может. Все, что он может сказать о себе, это на уровне, может быть, там, ну, на низком уровне достаточно. Как там живет. Нижние этажи души, как тело живет, вот это он может сказать. То, что духом сказать, это уже все, конечно, все высокое и светлое только от Бога. Язык Достоевского уже, даже Достоевского уже не найдешь нигде, чтобы люди беседовали. Вот. А вот только слова паразита через слух невозможно говорить. Я за собой иной раз замечаю, и блин, это выскакивает. Откуда, я говорю, дойдет меня сатана. Выскакивает, он же сидит рядом. Да. И мы его не видим. Блины эти. Печальные многие вещи. Ну и хорошего очень много на самом деле. Хорошего. Я каждый день радуюсь очень сильно, потому что я просыпаюсь, говорю, слава тебе Боже, что Он есть, вот Господь есть, потому что столько я прожил времени, конечно, когда мне просыпаться не хотелось, и не хотелось. Думаю, сейчас усну, и вот если бы я не проснулся, было бы хорошо. Слава Богу за все. Боюсь, конечно, того, но уже боюсь без этого, как побаиваюсь, наверное, так больше сказать, правильнее. Остерегаюсь, да? Ну, что-то остерегаюсь, но остерегаюсь больше всего то, что словом я назвал, наверное, неправильным, которое прелестью я назвал. Наверное, это, да, словечко может быть в чем-то моем именно выражении. Вообще не надо это слово использовать сегодня, им просто заполонили. Чуть что такое, прелесть, он в прелести. А что такое прелесть? У нас сатана один, он в прелести прельщен. Своей вот этой незыблемостью, ему все кажется, что он победит. Вот там прелесть, да.
А человек что, он Вот того не сегодня, есть, да. он о себе сегодня подумал высоко. Скажи ему, обличи его. Ну да, он там встрепихнется, скажет, да не лезь, я сам знаю. Но все равно задумается, и завтра он уже другое о себе совершенно думать будет. Какая там прелесть, все эти оковы тут же разрушатся. Вот, да и иной раз и скажет, допустим, что-нибудь человек, а я вот там лучше его сделал. Тут же пойдет, задумается и осудит сам себя. Мы просто не знаем, мы видим человека согрешающего, да, а не видим кающегося. Поэтому вот эти вот, я и сам тоже иной раз о человеке вынесешь какой-нибудь в суд, а потом извиняться приходится. Вот это именно Господь сказал, суд мне, аз вас дам. А чем мы там беремся, что суд? Про сучок и про бревно. Вот эта притча очень хорошо в этот смысл попадает. То есть если у нас нет бревна, то мы сучка не увидим. То есть это бревно как телескоп, чтобы разглядывать чужие грехи. Мы можем только если имеем такие же внутри себя. И часто больше. Потому что то, что нас не задевает, мы не замечаем и не видим. И оно нас не раздражает, если этого в нас нету. Тем не менее, это, ну да, это больше как относится к людям, которые осуждают, вот, которые любят поговорить Осуждение, да. о других людях. Но есть еще такой вариант, он тоже евангельский вариант, когда и апостол этому учит, что «но и обличайте», как написано. Обличение Да, в да. какой пользе? Допустим, это когда действительно ты видишь человека согрешающего тебе, искренне жаль его, тебе хочется исправления этому человеку, ты указываешь, конечно, ему на его недостатки. Господь говорил, если ты видишь человека согрешающего и не обличаешь его, да, я вменю его грех тебе. Я просто почему говорю так? К себе стараешься требовательным быть, потому что, опять же, хочется, я не то, что там вознестись над человеком, вот я такой, а ты не такой, да. Нет, я понимаю, что здесь этого нет. Никакого возношения, никакого поучения, никакого там неправедного обличения, ничего здесь не вижу подобного. Я Хочется, как написано в чувствую. Евангелии, хочется, чтобы все спаслись и пришли в сознание понимания истины. Да, Хочется, чтобы все понимали. но палкой не загонишь. Палкой не загонишь, и пряником тоже не завлечешь. Человек сам должен сделать, сам поступить. А как сам? И начинаешь опять самого себя. Мы люди последних времен, мы люди 11-го часа. Какой с нас спрос? Спрос-то меньше. Христос тот же, а мы-то мелкие совсем. Куда с нас спрос-то? Нет, Спрос, тут все очень подожди, просто. спрос остается один и тот же. Закон Божий, как говорит Евангелие, Иисус Христос, как сказал, ныне настает время, когда Господь Бог ищет себе поклоняющихся в духе и истине. То есть Бог ходит по земле и ищет себе поклоняющихся. Ему абы Конечно. кто не нужны. Он ищет себе Ну как поклоняющихся. это так? Нет, Сергей, я тут не согласен. Абы кто не нужен, но он же берет всех одинаково. И 11-го часа, и с утра кого взял. Не, ну подожди, Зачем всех у нас ребенку? есть Слово Божие, да? Мы будем как сами размышлять или читать. Так, стоп, стоп, подожди. Скажи мне, где в Евангелии написано про епитимью 15 лет за аборт? Епитимия – это отцами постановление соборов. Нет, ну а при чем здесь Евангелие и Епитимия? Так а Марию Магдалину тогда он должен был что сделать с ней? Не, ну Если она... если мы отвергаем епитимию, то мы не как А мы не это закон. отвергаем ее. Подожди, Марк, Сила. мне очень тяжело говорить, если будешь перебивать, то у нас разговора не получится никакого. Прости. Я из себя Буду каждое молчать. слово выжимаю, мне через боль это приходится делать. Прости, я забыл. Это постановление соборов. Если мы отвергаем собор, мы тогда не православные. Мы должны сказать, что мы не православные. Хотя бы как-то. Понимаешь, сейчас прищают, но люди сами рассказывают, он даже не спрашивает у нее, кто она, что она, понимаешь, он ей дает причастие. Апостол Павел писал, незаконно причащаю, и причащающий губит и себя, и губит того, кого причащает. И опять же, кто незаконно причащается, от того многие болеют и умирают. Опять же, Согласен. все крутится в законе.
дают причастие всем подряд. Вот о чем он писал, о чем я хочу сказать. Потому что надо исправлять как-то ситуацию в церкви. А как исправить? Надо. Ну, это, конечно, неисправимо, как исправить. Это людям надо мозги новые ставить. Да нет, это нужно нам для начала самим хотя бы не подходить к причастию без подготовки. Хотя бы от себя начать надо. Прости меня то, что если я его перебиваю. Я скажу тебе, как есть одно образ такой, да, вот с чего все начать. То есть храм нужно закрыть, вот, выйти всем из храма и начать молиться. Вот, как минимум 2-3 месяца молиться, значит, вне храма. Потом открывать дверь и через катехизацию запускать людей уже по одному, чтобы люди маломальские, ну не то, что маломальские, а имели понимание о Боге, о законе Его. Вот, имели твердую веру, вот, и начинать всем жить в православии, в настоящем, не в языческом православии, в котором мы сегодня погрязли, вот, в обряды веры, а в настоящем православии, деятельном. Как-то так. Образ хороший, только невыполнимый. Ну, конечно, невыполнимый, а кто его сделает? Мы слишком слабые. В Евангелии примеры были, когда крестились, там вот все, весь дом его крестил, вот сотника, да, Корнилия, по-моему, весь дом крестил апостол Петр. Никакой катехизации не было, ничего. Как катехизации не было? Апостолы приходили в селение, они неизвестно сколько времени находились в этих поселениях, учили людей закону, вот, Божьему. Да, люди просвещались, власть. Потом крестились. Вот. Потому что Господь сказал, кто верует, тот крестится. Сегодня крестят всех подряд. Имеешь ты веру, не имеешь, тебе не спрашивают. Креститься пришел, так... о, давай, проходи. Все не так печально. Уже обязательные беседы, вот эти огласительные. То есть раньше вообще крестили толпой, конечно, согласен с тобой. Сейчас беседа огласительная обязательно. То есть все-таки меняется к лучшему все равно. Да, ну хватит беседы. Я же говорил, кто ведет эти беседы. Ну, люди разворачиваются просто чуть не в слезы. Они вот эти беседы, люди просто приходят на эти беседы вот с такими глазами, ты зачем меня сюда привел на эти беседы, мне покреститься надо. Я же разговаривал с этими людьми. Все ну, это, ну так все люди разные. Да ну в основном. Сергей, ну люди разные. Ну один на 100% что-то можешь послушать. Один из 100. Остальные подожди, люди Сергей, не слушают. Он просто пришел креститься. У него стынет водка, там мясо, ему скорее надо бежать креститься. Ну, такие тоже бывают. Таких не надо крестить. Наш батюшка таких как бы не крестит, как я видел и слышал. Пока не пройдете хотя бы цикл бесед, то есть он и понятно, что он и совсем слабых вере крестит. Это понятно. Разные все, все разные. Есть, наверное, и совсем такие, как это, прохладно относящиеся к своей службе. А с них спрос будет огромный. Есть, конечно, я тоже знаю священников, которые стоят вот в истине, в евангельской, то есть они не крестить, они очень строго к этому подходят, к крещению там. Я вот знаю, сейчас священник один в интернете ведет, у него евангельский час уже 4-й год. Людей там буквально 10-12 человек приходят, вот, а люди совершенно не идут, хотя очень интересные занятия. Вот. Свое время тратят, отдают. Есть люди, есть, все равно есть. Просто вот сказал, как Иисус, сын Сирахов, только тот, у кого есть досуг, может стать мудрым. Потому что землепашец думает о валах, горшечник думает о глине для своих кувшинов, о печке. И человек только с достатком, наверное, может все-таки и изучать, и в глубину смотреть. То есть в любом случае, так же как левиты в свое время десятину получали, чтобы ничего не делать. И только заниматься служением Богу, вот в Ветхом Завете. Вот пример, сейчас время, это та же самая возможность. Вы можете что-то знать, ты можешь знать, я могу знать. Люди, у которых есть время, могут знать. А труженик, что он может знать? Тем более, когда он выходит на улицу, и там все перенасыщено совсем не христианскими образами и жизнью. И мир-то
Мир-то он такой, он есть суетной, мы в нем живем. Мир-то последних времен, когда описано, какие люди будут. И вот если он даже хочет покреститься и идет к Богу, это чудо уже, это в наше время чудо по-любому тех, кто это видит. И гнать его оттуда нельзя. А вот как его научить, вот это вопрос. Как научить батюшек учить других людей, ну, вере их надо учить. Не, ну, послушай, я как будто с другой планеты, я вот говорю с людьми, допустим, ну, с молодыми. У меня дочери, она крестила двух сыновей, моя дочка. Потом, я потом их, да, видел. Подружки там ее, я же спрашиваю всех у молодых, вот у таких людей, я с ними разговариваю, для чего крестить-то идете? Да. Мне никто ни разу вразумительного ответа не дал, ни в интернете, нигде. Люди не понимают, у людей совершенно языческое понимание о крещении. Чтобы ребенок не болел, вот он один вопрос, ответ на вопрос, для чего это крестить. А знают, один опять же из ста знают, для чего крестить нужно, для спасения души. Никто, да, ну, это я знаю. Настолько все печально, что я тут даже яблоку негде упасть. Сергей, ну это не печально, ну почему это печально? Потому что люди погибают, в ад идут. А тут сложно, намерение своей жизни возопит к Богу, он может его спасти, если не возопит, погибнет. Других, я верю в это, я верю в это. Если бы я в это не верил бы, я никогда бы даже и себе ни на, вот ни на полпроцента, ни на йоту бы, ни на какую-то там частичку не поверил бы, что я смогу спастись. Я надеюсь только на то, что Господь меня спасет. Вот в последний момент я к Нему докричу: Господи, помилуй, вот в момент вот смерти, ухода, и Он тогда меня спасет. Если я об этом забуду и начну что-то бороться, делать, думать, хотеть или там любым другим, тогда мытарство я не пройду, скорее всего. Потому что я, вот то, что мы говорили о прелести, там, да, то есть я весь в прелесть. Игнатий Брянчанинов сказал, что мы все прелесть. Он так сказал. И тут никуда не денешься. Только мы причастились, и в этот же момент какие-то помыслы в голову полезли, и это говорят о том, что уже ты нечист. Все. Да я не знаю. Осуди. Я не знаю, а как так жить? Это люди просто не боги живущие. Какие помыслы? А как христианинам могут помыслы лезть в голову? Ну, у тебя мысли есть, Сергей, в голове? Нет, у меня никаких мыслей совершенно нет. У меня одни мысли о Господе только, и все. И о спасении, Сергей, и о спасении. Ну, таких, как ты, наверное, больше нету, понимаешь? Я очень много людей знаю таких. А это называются люди, рожденные от Бога. Господь сказал, если вы не будете рождены от Бога, то вы не увидите Царствия Небесного. Если Дух Святой вас не войдет. Мы в молитве, как просим, каждый день молимся: Господи, приди и вселись в ны, и очистенные от всякие скверны. Мы каждый день просим: вселись в нас. Если Бог у нас, но зачем? Если Бог у нас не вселяется, у нас сатана тогда вселяется. Подожди, если он у нас есть, зачем просить тогда? Как зачем? Это для подкрепления. Ну, подкрепление тогда и к причастию ходит для подкрепления. Подкрепление когда нет. Сил нету, пошел, подкрепился, да и все. Нет, все не так просто. Вот в моем понимании не так просто. Мы всегда боремся, всегда падаем, всегда встаем. Марк, я, тот, опять, кто... я да. Кроме Евангелия, от себя я ничего не говорю. Я вот каждое слово могу подкрепить Евангелием, Словом Божьим. Я прежде чем сказать что-то, всегда обдумываю. А как сказал бы Господь на этом месте? Понимаешь, конечно, обо мне скажут, что ты сектант, ты в прелести находишься. Почему? Почему? Да, ну, потому что любой так православный. Потому что, ну, что для меня... Все говорят так постоянно. Почему? Ты же православный. По православию не принято Евангелие изучать и говорить по Евангелию. Если ты говоришь по Евангелию, говорят, что ты сектант. Не, ну почему ты говоришь нехорошо, не принято изучать? Я изучаю. Что я? Ну вот завтра возьми листок и на приходе у себя расспроси, сколько человек изучают Евангелие. Ты увидишь. Ну, может быть, даже никто... И не скажешь, что изучается вот, такое. Вот может... видишь, вот такие вот мне люди пишут, что ты сектант. А я говорю, я не сектант, я настоящий православный. А кто такой православный? Это кто славит правильно Господа. А что значит правильно? Это именно по Евангелию и по толкованиям. Да, который заповеди его исполняет. Любит ближнего, любит Господа в первую очередь.
Его заповеди исполняет делами, которые словами-то любой может говорить все что угодно, а по делам его плоды. Поэтому нам и нужно, кто имеет вот разумение сегодня, да, хоть маломальски, нам нужно идти сегодня и учить людей, что у нас кроме Евангелия нету ничего. Никакая бабушка нас ничего не научит. Вот. Ну зачем бабушку спрашивать? Бывают и бабушки, конечно, очень светлые и святые, наверное. Бабушки бывают. Чего ж бабушек сразу вычеркивать? Бабушки разные. Я вот после службы отвожу трех бабушек по домам. Я говорю, это так иносказательно говорю. Бабьих басен, пустых бабьих басен, отвращайтесь. Я говорю, о каких баснях бабьих? Конечно. Ты понимаешь, да? Пустых бабьих басен, да. Да, согласен. И мужских пустых тоже басен надо отвращаться. Ну, до любых басен надо отвращаться. Они туда и входят, мужские басни, потому что мужики и хлещи баб бывают. Бывают. Согласен. Я хотел спросить тебя. Смотри, Сергей, ты уже, ну как правильно сказать, или проповедуешь, или активно вот распространяешь. Иконы писать ты начал давно уже? По времени вот примерно. 10 лет. 10 лет. Ну, да. То есть 10 лет уже к тебе вот обращаются люди, в общем-то, да? Да. Начинаешь, вот общаешься с ними. Вопрос такой. То есть люди обращаются, иконы вот заказывают, или... Ну, потом кто-то поговорить, кто узнает уже, когда у тебя сайт, наверное, уже такой стал более-менее, ну, как сказать, раскрученный, наверное, да? То есть люди стали смотреть, заходить уже, узнавать. То есть я-то узнал, как о тебе. Я узнавал об иконах. То есть как пишутся иконы там, кто делает, потом посмотрел, кто изготавливает. И вот как-то раз-раз-раз и случайно вышел на твой сайт. Вот, познакомился, посмотрел. Это несколько лет назад было. Может быть, 3 года, может быть, 2,5. Вот так вот. В общем-то, написал тебе. И вопрос-то у меня сегодня, который я хотел тебе задать, спросить. То есть ты много лет именно живешь, ну, в любом случае, верой ведь, правильно? Праведник верою жить будет. Жив. Праведник верою жить. Жив. Это я тоже прочитал совсем. Совсем-совсем вот только. Вопрос такой, как жить вот, то есть вера и семья. То есть о близких людях твоих хотел спросить тебя. Вот как у тебя получается с ними? Понятно, что самый близкий человек это мама. И я так понимаю, что мама ухаживает за тобой, да? Помогает. Да. У меня отношения с мамой очень сложные, очень трудно с ней. Находить общий язык, и как бы все равно внутренняя война идет. И у меня вот годы, как я к Господу пришел, вот эти вот, пусть их немного, то есть я очень стараюсь научиться любить вообще женщин, то есть именно... Потому что у меня всегда отношение было, конечно, потребительское, либо страх, либо пользование, либо, ну, то есть нехорошее. Я даже первое время, ну, к Богородице... Отношение у меня, прости меня, Пресвятая Богородица, отношение было, то есть я не мог молиться Богородице даже, то есть вот иконам, вот Господу молюсь, святым, вот Спиридон Тримифунский, первый святой, который как бы вот очень близко мне к сердцу, как-то вот я почувствовал к нему тяготение, а женские образы, женские иконы, Богоматери в первую очередь. То есть я никак не мог вот, подойти даже, по сути, внутри. У меня никакого отклика не было. И только, получается, вот в прошлом году я ездил на Валаам, в Валаамской иконе молился. То есть я только там вдруг почувствовал, что меня маленько отпустило. То есть отношение к женщинам, ну, в первую очередь, оно проявляется, конечно, отношению к маме. То есть пока нет с мамой близости, не будет близости никакой с Божьей Матерью. Пока не будет близости с Божьей Матерью, как с сыном ее может быть близость? Никак. Вот для меня вот этот вопрос, он до сих пор очень важен. И как бы
очень для меня важная тема. Я смотрю отношения детей и мам их, матерей. Вот. И в твоем случае просто такая ситуация, что у вас близость очень сильная в любом случае. А как вот в вере это получается? Вот можешь мне ответить? Есть. Я не помню, где это. Это у Толстого? Нет. У кого же это? Я не помню. Из искры возгорится пламя. У кого это фраза такая? Ну, Горький, наверное, какой-нибудь. Горький, да, скорее всего. И это самое. Я однажды засверкал, понимаешь, а потом гореть начал. Видимо, всех позажег своим пламенем. Она же тоже не сразу. Я же вот последний ролик делал, я же говорил там мне. И когда обратился, вот Господь, когда в сердце стал жить, да? Ну, а не смотри, а я не мог. Просыпался день и ночь, я только о Боге, о Боге, о Боге. Я говорю, так говорит Господь, говори. Так написано, так говорит. А они уже на меня... Ну, отец не так, конечно, отец поспокойнее был. А матушка, она, ты с ума сошел, тебе психушку надо сдавать. Вот. А я не останавливаюсь, не знаю, месяц за месяцем, год за годом. Тут раз уже они, люди-то начинают понимать, что он истину глаголит, и что это не от него идет-то. Вот. Да? А Господь еще подкреплял делами. Я что-то говорю, допустим, раз это происходит, как-то в жизни открывается. Вот. Ну, то есть, да. Когда начинаешь наше дело посадить зерно, да, и поливать его, а взращивает уже Господь. Нам главное слово говорить его, а Господь уже будет всю остальную работу делать. Ну, я заметил, как это происходит. И все. А у нас отношения с матерью какие? Они в Боге происходят, понимаешь? Я осекаюсь, а она мне раз, иной раз подпустит. А, что ты вот то сказал или то сделал? Тебе как Бог говорит, понимаешь? Или я ее тут же на каком-то деле? Мы в Господе живем, мы в законе Божьем только разрешаемся. То есть все свои вопросы решаем. А она на меня, вот ты христианин такой, раз она меня обличила, понимаешь, все, я уже присел. Ну. Поэтому в Господе все только решается. А иначе я не знаю, как. Во-первых, в первую очередь надо, ты вот спрашиваешь, как, допустим, вокруг тебя не с неверующими жить. Конечно, тяжело, это ведь невыносимо просто. И, допустим, если бы сейчас жил бы, и у меня мать бы вот была неверующая, но она верующая по-своему, как ты говоришь, по-женски, да? Вот, ну, uh-huh. Это даже по-женски, она много уже понимает. Она понимает, что такое духовная жизнь, что такое физическая жизнь во плоти. Она это четко разделяет, да, духовного и плотского человека. Вот, поэтому с ней легко. Надо зажечь как-то, зажигать людей. А с детьми как получается? А с детьми они уже от родителей, они же научаются от родителей. И учить, вот как опять же, ну, есть такой, как говорится, метод, это собственным опытом доказывать, собственным примером. Потому что если говоришь одно, а делаешь совершенно другое, то, конечно, ребенок это не воспримет. То есть должно быть твердое слово и исполнение его. Вот, и все-все в Боге, все в Боге. То есть Бог должно с языка вообще слово не сказать. Через каждое слово Бог, Иисус Христос, Господь. Все, это неотъемлемая часть. Вот, и ребенок, вот люди, которые. Допустим, они не принимают Бога, да, у них на язык поселяется нечто другая сущность. Вот матершина говорит сегодня, вообще мат не пройдешь, не проедешь. И дети там, разговаривают уже спокойно. Вот, потому что вот так вот. А раньше так люди, у них Господь вот так на языке был вместо мат. Да. Подмена такая. Подмена. Подмена не простая подмена, а это идет хула, это идет сквернословие, это не просто так. Никакое слово гнилое, чтобы не вышло из уст ваших. Я видел передачки, там вплоть до того, что оправдывают даже это какие-то есть авторы, там
передачи делать, что это русичи вот так вот говорили на этом, побеждали с матом, понимаешь? Нет, все может быть, все может быть. Все может быть. Все. Вон томский сектовед ведь выдал же слово, которое для современного человека, русского, является матершинным. Он выдал его и доказал, что кто-то тоже говорил. Ну, на самом деле, я считаю, что это как минимум некрасиво. Тем более человеку православному. Это грех. Ну, от избытка сердца говорят уста. Мы все разные. Это значит, это гнилье столько, что никак иначе. Если оно выходит, скверное слово, значит, там нету Святого Духа, это уже однозначно нет его там, в этот момент, во всяком случае. Ну, Бог рассудит. Можно было и подсказать. Бог рассудит. Бог рассудит. Я на это очень надеюсь. Не просто надеюсь, я это знаю, потому что я об этом читал, и я верю в это. Но иногда само сомнение нападает. Так разделась и ложится. Вот. Я стараюсь своих воспитывать. Стараюсь. Мало, конечно, слабо получается. Но со мной кушают, молитву читаем всегда. Ну, сложно. Большую часть жизни, старшие особенно, кто прожили. То есть, хорошие, в душе все есть, но нет воспитания, нет каркаса того. То есть, внутри, в самой глубине, хорошие. То есть, есть и честность, есть и... Это все есть в любой вере, и у мусульман, и у буддистов, и у кого угодно. Вот это даже есть такие люди, можно сказать, культурные, как их называют, да? И у неверующих людей, атеистов. Это не показатель. Показатель... Но это образ Божий, который в каждом есть. Он есть основа. Мы созданы по образу Божию. У нас у всех один отец и одна мать. Далеко-далеко, это Адам и Ева. И никак иначе. И то, что есть основной вот этот внутренний стержень, на котором жизнь должна строиться, он есть в каждом. Просто строит ли, это уже другой вопрос. Я говорю к чему? То, что это само собой должно существовать. То есть человек должен быть по совести, потому что совесть, она существовала еще до Писания, до Слова Божьего. Первой была совесть. Это да. Но потом уже пришел Господь в мир вот, и дал свои законы. А сегодня православие, обряда веры на первом месте стоит. Человек, кажется, вот он сейчас прочитает какую-то молитву, и все, и он исполнил то, что от него требуется. Да. Вроде, как сегодня в этих соцсетях, в одноклассниках всяких, вот, поздравляют, какую-то картиночку, раз, бросил, о, все, и душа вроде успокоилась, я вроде выполнил дело какое-то, да? Нет, ну это же хорошо, что сбросил. Да ничего в этом хорошего нет. Ну а что плохого? А другой это, забыл. Это подмена идет. Люди научились, опять же, разучились общаться друг с другом вживую, говорят на сотовых телефонах. Согласен. Они не дойдут до друга в соседний дом, он будет звонить и говорить по телефону. Вот, а живой разговор ничем не подменишь. Вот открыточки, это и стоит. Это все от сатаны, все вот эти вещи. То же самое, я вот сейчас говорю об обрядоверии, что обрядоверие живой беседой с Богом никак не заменишь. Вот. А ребенок должен, садясь за стол, он должен понимать, что это, он должен не то, что понимать, он должен верить, то, что вот эту еду, вот эту чашку супа, ему сегодня Господь на стол поставил, вот живой Бог принес ему и поставил. И он должен в своем сердце испытать благодарность. От родителей зависит, и все. Это спрос с родителей, больше ни с кого. Редко ребенок, который рождается уже и в маленьком возрасте, он уже понимает, что есть Бог и любит Бога. Таких мало, и они святыми очень часто становятся в своей жизни, еще при жизни. Тут все не так просто. Так не просто. Апостол Павел сказал, бегущие, бегите, чтобы получить аресталище. Награду-то не все получают. Мы все хотим Царствие Небесное, а получат только те, кто бегут впереди всех.
Туда в Царстве, Царствие Небесное силой берется, и лишь побеждающий его входит туда. Туда абы кто не войдет в Царствие Небесное. Богу абы кто не нужны, которые хотят, которые стараются. Богу нужны побеждающие. Ну как нужны ему, все нужны. Сергей, не, как не нужны? Не нужны. Земля будет уничтожена, 7 миллиардами людей сожжена будет и пойдет в ад. Это я знаю. В ад пойдет. Так и все предыдущие, почти все в ад ушли. Вот а ты говоришь, все нужны. Ему нужны только верные, любящие, исполняющие заповеди его. Ему нужны все. Не все приходят. Только побеждающие. И не те, которые впереди бегут, добегут. Бывает, бежал-бежал и в самом конце упал. И все. И не попадет. Разбойник, который справа висел, он первым попал. Разбойник, разбойник это лучшая отмазка православных. Это в любом вопросе. Почему? Вопросе православных. Это же есть. Если я говорю, я тебе еще раз говорю, я говорю от Писания. Вот так, как мне говорит Господь. А спорить что-то там, кто-то бежит, споткнулся, упал, шнурки у него развязались, это мне не важно. Апостол Павел сказал, бегущий и побеждающий получает. У него он не пишет, что у него там шнурки развяжутся по дороге или что с ним случится. Но... Мы и превратили вот это все православие в такую религию непонятную, действительно в религию бабок, а не бабки туда, потому что вот все вот такое вот. Да я хочу, но мне не получается, я вот такой слабый человек. А слабые мусульманство, оно и побеждает. Почему? Потому что там все сильные. У них сильная вера, они встают 5 раз на молитву. أشهد أن محمد رسول الله. Такая вера, она и победительна. Наши люди с какой верой побежали? Только с такой. За Христа, за Господа, и все вперед. Слова «не могу» там не было. Или у меня не получится. Думаю. Насколько мусульмане сильнее православных? Да во всем сильнее, абсолютно. Ну, кроме Бога. Кроме Бога, конечно. Ну, и Бог Аллах, и Бог Сатана, наш Господь Вседержитель. А у них кто? У них дьявол. Тогда вся их сила ничего не стоит. Конечно, не стоит. Она в один день будет разметана. Тут здесь фактор, человеческий фактор, понимаешь? Если эти люди станут христианами, если Господь вот так благословит, ну, если мы были бы посильнее вот в своем благовестии, знаешь, вот в своей вере вот такой сильной, могли бы привлечь к себе мусульман, наша вера была, ты представляешь, железобетонная, если вот эти мусульмане стали христианами. Ты пытаешься, ты сразу... Любое мое слово пытаешься оспорить, найти ему противовес. Нету, я тебе говорю, бесполезно. Я говорю только по Евангелию. Это хорошо. У тебя много лет было изучать его. Господь, когда вселяется, он уже через тебя говорит. Дух Святой говорит. Я ничто, уже не я живу, но живет во мне Господь, Христос живет во мне. И он говорит. Добро, Сергей. Я самое главное услышал про маму, про отношения ваши, то, что вы живете в Боге. То есть. Ты как? Ну, ты что думаешь, у меня прям легкие такие отношения. Конечно, и ругаемся, и все периодически происходят такие вот по плоти, знаешь, отношения. То мне не так, это мне не так. А это не так подала, это не так укрыла, это не так почесала. Раз пошел скандал. Все это у всех. Это сатана тут как тут подкусывает. Ну да, это его главная забота, возбудить. Ну мы-то боремся, что ж. Я, понимаешь, я сам рыдаю над этими отношениями. Мне хотелось бы, конечно, вот,
чтобы идиллия такая была, понимаешь, райские такие отношения. О, сыночек, мамочка, я хочу этого, но хотеть-то мало. Ну, а что мешает-то? Ну, вот чем, ну, так делать, мешает? Все. Плоть вот эта вот мешает. Были бы руки свои, даже если бы руки были бы у меня рабочие, конечно, у меня проблемы были какие-то. Я сам, конечно, сам у себя. Тут что-нибудь в глаз попадет, понимаешь, соринка. Лежишь полночи, ее оттуда не выведешь, а попробуй. Или нос зачешется. Вот нос зачесался, попробуй, не чеши его. Час, два, три, он у тебя чешется, ты с ума сходишь, понимаешь? Это ужас, ужас, ужас. И тут еще приходит мать к тебе, и ты еще зло на ней сорвешь, понимаешь? Это что, вот так. Да, вот беда. Беда и у меня та же самая. То есть гневаться начинаю. Я не ругаюсь на нее, но гневаюсь. Гнев, да. Не так делаешь, не так поступаешь, мама, надо так. А она не хочет, и все. Я потом только вспоминаю, да, ее возраст, ее жизнь, то я для нее дитё. Все равно несмышленное. То, что у меня седая борода, говорит, сбрей ее, говорит, зачем она тебе нужна? Ну, есть и есть, нету. Главная тема иногда бывает. Вот такие мы с ней общаемся. Она живет в Сибири, я в Крыму сам. Сам родился в Томске, кстати. Томский человек тут тоже вспомнился. Я утром просыпаюсь, у меня в молитве только, понимаешь, можно сказать, на первом месте молю, чтобы вот мир только, вот только вы мир не нарушить и все. Вот. Чтобы провести день такой вот в смирении, в покое. А сатана через боль, такие боли вообще невыносимы. Да и ладно, боль, ну ладно, будем терпеть, да. Ну что-нибудь... Голова зачешется. Мам, не могу больше. Почеши здесь. Она раз чесает. Я, да я здесь, вот здесь почешу. Да я здесь, ниже, ни вправо, влево. Понимаешь, а она крутит и вокруг этого места крутит, крутит, крутит и туда не попадает. И тут, понимаешь, с ума уже сходишь вообще. Но ведь чешет, ведь чешет. А ты представляешь, я лежал, когда попал в больнице, со мной Гриша, один парень был, он сколько, 2 месяца, наверное, пролежал, тоже шею он сломал, упал со столба, что ли, с высоковольтного, вот, и он через 2 месяца, мать приехала и отказалась от него, не буду, говорит, забирать. Я, говорит, а как я за ним, он мужик, как я его мыть буду, понимаешь, как я, да, за ним что буду, да, делать? Ну, в основном, конечно, большинство матерей, я вижу, вот все равно такие все-таки ответственные женщины. Настоящие. Моя бы никогда бы не бросила бы. У меня брат умер, до сих пор убивается. Я ее не могу уговорить. Мы ее все уговариваем, чтобы уже успокоиться. Она вот не может, и все. Вот тема мамы для меня очень серьезно, потому что я понимаю, что если я не научусь любить вот женщин так же, как создание Божие, как самого себя, там, как других мужчин, я никогда не спасусь. А я все равно их считаю другими. Я их считаю другими. Женщин, да, конечно, они и так другие. Кто кого когда понимал, мужчины и женщины, это разные существа, разные планеты. Если они только не боги. Когда они боги начинают жить, тогда да. А без бога это... Сатана же и разделил-то их. А сегодня есть основная задача между мужчиной и женщиной. Это соединиться в браке. Вот. В этом счастье. А как? Без Господа никак абсолютно. Господь только связующее звено. Все прекрасно. Но а что там говорить? Это сейчас это застывает что-то. Ага. Это один, в общем, человек решил провести такой эксперимент. Я не знаю, но он верующий тоже, наверное, был.
Вот он приехал в ЗАГС и решил сделать такой опрос. Подходил к невесте и спрашивал, для чего вы хотите выйти замуж, да? Вот. И из 10 опрошенных, я не помню, или одна или две было, вот, 9 сказали, я хочу быть счастливой, да? Ну, это обычный ответ женщины. Я хочу быть счастливой. И вот одна или двое сказали, я хочу его сделать счастливым. Понимаешь? Все, и этот брак, он уже, можно сказать, обеспечен. То есть женщина его сделает действительно счастливым. Она создаст семью. Очах вот этот, она подожжет и будет его постоянно удерживать. А если она будет счастлива, что она ему всю плешь проест и все. Да, она никогда не насытится, конечно. Слово «я», если стоит впереди, то это уже все. Это уже конец стоит впереди. Я хочу быть счастливым. Даже я хочу его сделать счастливым, это тоже не гарантия. Тоже. Но это уже хотя бы любовь. Хоть какая-то. А брак? На первом месте исполнение заповеди, исполнение закона, любовь. Если любишь уже, если желаешь принести себе жертву за другого, это уже превыше всего. Кто-то говорит, что делами не спасается никакая плоть, а кто-то, наоборот, через дела свои спасается. Сказал, что покажите мне веру без дел своих, а я покажу вам веру из дел моих. То есть вера должна подкрепляться всегда быть делами. То есть мало сказать, я верую, да, я верующий человек, а дела какие в тебе? Дела покажи. Дела покажи, да. Тогда я поверю, что ты верующий, да. Пишут в интернете, вот, раб Божий, да. И вот всегда хочется задать вопрос, раб Божий, а как ты трудишься, что ты делаешь для Господа? Если ты раб от слова рабочий, да, что ты, где ты, на какой-то стене трудишься для Господа? Ну, это стало, к сожалению, таким расхожим обращением, как господин, сэр, товарищ, к сожалению. Но много слов, которые стали совсем другими в современном мире. И каждое слово, оно имеет историю своего происхождения, рождения происхождения. И знать это в любом случае отчасти познакомиться с Богом, потому что Бог есть Слово. И первое Слово, и все остальные, которые были еще божественными словами, а потом уже много чего появилось не от Бога. Князь в мире сем сатана. Он ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. Да. Представляешь, кто такой князь мира? Вот Господь, он царь мира, да? Но смотри, да. Ниже царя, чин ниже, это князья. Ты понимаешь, он на ступень, Господь дал ему такую волю, что он позволил ему стать князем. Ты представляешь, князем в мире сём. Да. Он хозяин этого мира, получается, после Господа. Ну да. Есть же какие-то слуги, которые берут и в тьму кромешную бросают. Господь же не сам бросает никого, награждает сам, а наказывают уже через слуг, которые бросают в тьму кромешную. Вот это дьявол и есть тут слуга. Да и читает, наверное, мало кто Ветхий Завет. Я его очень долгое время даже боялся читать. Я его еще до крещения почитывал. Вот именно вот это слово только и можно сказать. Мое пошлое отношение к Слову Божьему. Вот. А потом побаивался какое-то время. И вот псалтырь я только начал, псалмы читать, хоть маленько осознавая, наверное, только год назад. Вот, да, Великий пост прошлый, то есть читал кафизмы, вот, во время поста. И после этого уже стал маленько хоть понимать, хоть чувствовать в сердце Слово. Ветхий Завет, а почему
его невозможно отделять никак, Ветхий Завет от Нового. Библия вообще это птица с двумя крылами, то есть Ветхим и Новым Заветом. С одним крылом птица не летает. Вот. Потому что в Ветхом Завете мы видим Бога Отца, можно сказать. Но это тоже тот же Иисус Христос. В Новом Завете мы видим милующего Господа, да? В Ветхом Завете вот такого карающего. И нам нужно в совокупности понимать, кто такой Бог. Вот сегодня, Боженька, прости, Боженька, там так, вот так. А Бог не только милостивый, но и карающий. Это всегда надо знать. Когда в совокупности узнаешь Господа, тогда счастье, я не знаю, неимоверное просто. Он тебе открывается в своей силе, могуществе, власти такой, знаешь, милостивый такой вседержитель. То есть, представляешь, вседержитель, царь мира, милостивый. Я знаю это. Милость, она как бы, вот взять чисто исторически, она, знаешь, она мало присуща вообще царям каким-то, завоевателям, да. Вот, как правило, цари они такие, а наш царь, он другой. Он милует, ты только попроси, он тут же тебе окажет милость. Ну, он показал и силу свою. Господи, говорит, смоковницу, которую ты проклял, да? Проклял, как да, там вот правильно вот слово? Хороший да? пример. Он апостолам показал, да. кто он есть. То, что он волны усмиряет, показал, и на смоковнице показал, что он не просто может усмирять, может и уничтожить. Это да. Но это очень, очень такой как бы эпизод, получается, или пример, или какое-то вот небольшое как бы величие всем именно милостями. Именно милостыни, именно любви его, доброты. Есть еще вещи такие резкие. Когда он обличал, допустим, первосвященников, когда он называл их там порождение ехидны, когда ученики шли за ними, да, и один из учеников сказал, учитель, дозволь мне остаться еще, похоронить отца. А он говорит, оставь мертвецам, хоронить мертвецов своих. Ну, от него много отходило. Все отошли, оставили 12 апостолов. А вы не хотите отойти? Они говорят, Рави, да как у тебя все глаголы вверх, испугались. Сергей, а Иоанн же оставался все время, или он тоже отходил, или к кресту пришел? Вот тоже как бы так вот не сказал. То есть все вроде бы Иоанн самый, предали. Самый верный все из вроде. Учеников. Он даже на распятии, Иоанн... на казни был, да. Самый любимый да. ученик Христа. Самый любимый у сердца у его, него да. Даже вот по любви, все апостолы погибли, такой насильственной смертью были казнены, а апостол Иоанн умер своей смертью на Патмосе. На Патмосе, да. На старости дожил он, да. Да, и не нашли его, мощей не было. Ну да. Не бросил, не испугался, не убежал. Хотя это апостолы. Но Святого Духа на них в тот момент еще не было, получается, да? Еще не снизошел. Ну, конечно. А без Святого, ну, они были практически такие холодные еще. Вот. А он же им сказал, когда уходил, он сказал, сидите, ожидайте до Пятидесятницы. Вот когда на них сошел Святой Дух, вот тогда они, да, и загорелись. Жалко своих близких очень. Уберечь хочется очень. Говоришь, часто не слышат. Вспоминаешь себя, ведь ничего не слышал. Вот я про себя говорю. Вот как я жил, я вспоминаю, что мне и ситуации, и люди говорили. То есть Господь разными способами показывал, как. А все равно нет. И сейчас я вижу, что те близкие, которые рядом со мной, а я помочь им не могу. То есть все, что я могу сделать, это молиться сам, чтобы быть по возможности чистым и правильным, детям своим примером, потому что другого способа нету. Им сложно что объяснить. Самый маленький уже даже знает, что он все знает. А со взрослыми еще сложнее. Но постепенно, по чуть-чуть, я вижу, меняется. Конечно, вода камень точит. Вода камень точит. То есть у меня мама крестик одела, не носила долго.
молиться начала, начала даже в храм ездить, потом через сколько-то, полтора года причастилась, батюшка приезжал, то есть родственники привезли, исповедалась, причастилась. То есть все-таки вот эти маленькие-маленькие шаги, я очень рад. Ну, знаешь, как, что я хочу сказать, что по большому счету и цели такой ставить, зачем? Если сам Господь не может ничего сделать для людей, наших близких, да? Если Он ничего, ни о чем мы сможем. Да, да, да. Но, так я же говорю, что больно от того, что не получается. Что есть вот это вот желание помочь сделать, а видишь, что то, что сам творил, какие получал зато потом эти все страдания и скорби. И когда человек так же идет и чувствуешь же к нему вот эту любовь-то, все равно она есть, любовь есть. Потому что если Бог есть сердце, любить всех начинаешь внутри вот эту вот основу эту человеческую, душу его настоящую. А как? И опять поворачиваешься, опять туда, к себе смотришь, кто ты и что ты. Единственное, что можешь сделать, вот та же мама голову чешет, вот поцеловать ей руку и все. И все. И больше ведь на самом деле возможностей, может быть, других и нету никаких. Потому что слова каждый сам знает внутри своей головы, что ему надо. У каждого своя воля. И вот детей стараюсь обнять почаще. Хотя раньше, как бы, я этого и не делал. То есть, когда, ну, я их любил, но так просто любил, да и любил. А сейчас да, все больше так, будет. Через такие инструменты и наладим отношения. И увидит нас большое сердце, и Бога в нас увидит. Надеюсь на это, надеюсь. А так, чтобы мы не говорили, сам Господь сказал, помнишь, Он говорит, есть пророк в своем Отечестве, если люди видели тебя изначально, как ты рос, да, как ты родился, как возрастал, кто ты есть, знают всю твою подноготную, всю твою внутренность знают. Поэтому поле, как Господь сказал, это... Жатвы много, а... Ну, много, да, сеятелей. А это, делателей мало. Ну да. Вот, да. Вот к чему сегодня. Через это... А это вот только прям спасение. Это вот прям спасительный путь ради Христа. Что-то, дайте мне что-то делать. Я вот просыпаюсь, не могу, боли невыносимые. Я матушке только все включаю. Компьютер, надо что-то делать, что-то куда-то надо... И понимаешь, я даже не знаю, что я буду сегодня делать. Кто там, что там, я даже не представляю. Господь, Он сам Он приводит и показывает, так, сегодня это надо сделать. С Ним, когда в паре работаешь, Он все подаст и покажет. И не замедлит вот с этой своей, даже вот благодарность, знаешь, сказать вот и такой вот, Он даже благодарит за то, что делаешь для него. Как, знаешь, этот сын заблудший, когда пал в объятия отца, тот ему и перстень, и заколол там, и бычка. И телицу откормленную, да, заколол. Так и мы, когда для Господа он начинаем трудиться, он нам все отдает, и с избытком еще. И десятикратно отдает.